кстати, блин, за вчерашнее, ну, на самом деле, я не знаю как-то. Тоже обидно, знаешь, меня уже сколько раз кидали. Это жесть, на самом деле, это неприятно. Причем, знаешь, ну, вроде бы сумма-то такая, ну, все равно 5 тысяч, ну, это много, довольно-таки, для 14 лет. А ты видишь экран, да? А, да, вижу. А ты можешь немножко вниз пролистнуть? О, да, все, спасибо. Да просто интересно было. А то у меня, знаешь, типа показывается, то, что ты куда-то нажимаешь, и я слышу звуки, но я не вижу именно. У меня. А, блин, я же сам могу Если я развернуть. уберу. Убери одну наклейку там. Да господи, знаешь, на самом деле потратить пару рублей Как на. бы я их тратил не просто так, у меня просто для профиля я их брал. Ну то есть смотри, заходишь на мой профиль, туда сюда заходишь, такой. Здесь иллюстрации такие. Заходишь сюда, Понял. информация, информация, оп. Вообще, с балансом я опять их могу вывести. Ну, типа, так Ну, же. да, тем более, раз ты можешь вывести. Фнатика нет, фнатика не хватает. Ты попробуй убрать какую-нибудь одну пушку и добавить наклейку. А, добавить две наклейки, типа. Сейчас надо Чтобы рассчитать, минимально, просто. чтобы Я типа знаю, минимум я затрат знаю. было. Просто надо рассчитать сейчас. И добавь Нави и Фнатик. Жесть. Почти 5 рублей. Ладно, тогда по-другому. Например, если я уберу Дуал Береции. Нет. Надо добавить Витрус Про. Да, Виртус Про. А, и нет, цена не будет хватать, по-моему. А что ты сейчас? Зачем тебе сейчас именно калаш этот? Просто хочу, а что? Ну просто я спросил. Этого-то хватает. Да и второго тогда будет нормально. Так, ладно, кидаем, значит, вот это вот. Значит, кидаю я. Вот это вот. И вот это вот. Как раз хватает у меня, но у меня 14 на балансе. Так, ладно. И, например, если брать вот это вот. Так. Еще одну. Сейчас я тебе еще, короче, это скину, чтобы тебе точно уже хватало. Давай. Сейчас купить предметы для CSGO. Ты. Сейчас, подожди, я это. Подтвердить должен, типа. Вот. Сейчас Так. посмотрим. Так, ну. Сколько тебе не хватает там? Ну, где-то 5. Ну, короче, отправлю я тебе вот так вот. Потому Сейчас что он я. стоит 6, а у меня только на 2 на 2 Ну, подожди, хватает. тогда я сейчас вот подтверждаю, типа. Господи. Ни на кого я еще так добровольно не тратил деньги. Ну покажи демонстрацию. Что ты там делаешь? Ну, смотри сейчас. Ты же хотел Я же что-то тебе какой-то говорю. первый скин показать что-то. Так, На ТМ. господи, отправить демонстрацию канала. Начать. Видишь, да? Грузится? Да, вижу. Ну Так. вот. Еще одна гадюка или что-то? Не-не-не-не-не. А чё? КС вижу, Сейчас. ну и что?
А, ты не Коктейл. видишь, да, то, что у меня? Я вижу КС, я вижу Google, я вижу CSGO TM. А, все, вот. Вот, смотри. Ну. Вот у меня типа. Ну, это типа вот до самого начала сейчас домотаю примерно. Ладно, сейчас посмотрю. Ну, наверное, самые дорогие это у меня три неоновых революции, короче, было. Две. Вот такая вот была у меня. Вот, Азимов. Да, ну куда ты ее дел? А, в смысле? Ну куда ты ее дел? У тебя-то ее нету. А, ну так я все выводил, я обратно выводил. То есть я как бы клал деньги сюда, типа поднимался, типа, ну, типа на ставках или что-нибудь вроде того, и потом это обратно все выводил. И так у меня там вроде бы инвентарь строил. О, тихо. Купленный предмет. Ту-ту-ту-ту-тум. Тик. И чё там? Ну вот, подтверждаю. Вот, закрыть окно, сейчас тебе отправляю теперь. Предложи обмен. Сейчас. Предлагаю. Давай. Всё добровольно отдал. В смысле? Или еще не все? Ну ты говорил добровольно. Отдаешь там. Ну, в принципе, да. Не знаю. Ты вообще нож отдаешь добровольно, так что я не знаю даже. Тут это Так. такое, знаешь, на самом деле. 30 рублей и 22 тысячи это такое. Немножко разница-то есть. Блин, 20 минут мы уже с тобой, короче, общаемся. Мне это надо уже скоро идти будет. Куда спать? Да нет, конечно. Мне надо будет уезжать сейчас будет. Я отправил. Так, приложение обмена. Вот, ответить на приложение обмена. Подтвердить, да, это подарок. Что, может, тогда уже сразу этот нож? Сейчас такое. Ну сейчас я выведу тогда и все. Калаш. Ну, окей, тогда, сейчас. Так. Сейчас захожу. Эх, ненавижу эту надпись. Вы ничего не получаете взамен. Вы ничего не получаете взамен, понимаешь? Я отправил. Сейчас посмотрю. Мне не пришло ничего. Посмотри еще раз. Сейчас посмотрю, может У меня пришло. нету этого инвентаря больше. У вас один новый предмет. Так, ну все, мне пришло. Давай, Так, теперь ты включай эту 27. демонстрацию. Сейчас, подожди, я смотрю. Сейчас включу. Подожди. Так. Видишь? Да, вижу, тебя теперь вижу. Так. Сейчас я посмотрю. Так, этот. Этот 500. Этот 242. Так, этот 254. Этот 690. Так, дальше. Все. И наклейка. Так, теперь надо вывести. Конечно, трясет все. Что? Да, жду, смотрю, как ты тут обмениваешь.
А ты куда Так, уже дальше добавляешь? Ты я куда дальше знаю. добавляешь? Так, теперь убираем. Убираем. Так, осталась одна наклейка. Можешь Вот, еще как раз убрать. Меня хватает. О, видишь, все замечательно. Так, мне не нужно, чтобы на балансе 6 было. Надо что-то убрать. Что убрать? Так. Например, это нет. Это да какая разница, господи. Большая разница. Что? Зачем мне на этом аккаунте что-то иметь здесь? Так. Ну хорошо, убери там самую дешевую пушку, посмотри. Так, это не то. Ну хотя, если, например, самый дешевый, например, вот это. Нет. 6 да рублей. Вон 9 рублей, смотри, 9 рублей. Или 5 вообще рублей вон. Где 9? Вот 9. Не хватает. Ладно, ладно. А вон 5 рублей еще внизу, смотри. Ну а что, вот 5? Слева. Не хватает. Минус 3. Хватает, нормально. А. О, замечательно так. Пам-пам-пам-пара-пам-пам. Па-па-па-па-па-па-пам. Я уверен. Прямо с завода, найс. Я уверен. Так. Надо все еще перепроверить тут. Да, все нормально, у тебя там написано. Да не, я просто перепроверяю, правильный я флот взял или неправильный. Потому что должен быть флот, паттерн нормальный. Mm. Я же его дальше буду потом обменивать. Ясно, понял. Доверяю. Сейчас. Надо подтвердить. Утверждение. Блин, ковец, конечно, красивый нож, да? Ну да, но я хотел этот выводить. Градиент. Сейчас покажу. Ты же не торопишь никуда? Ну, уже скоро торопиться буду. Так, принимаю. А чё, куда торопишься так? Да в магазин там надо что-то подъехать поехать с братом. Ошибку пишет. Странно. Ну ладно, бывает так. Может уже все? Обменялось? Да, ты скорее всего уже принял. У меня тоже такое бывает, типа пишет, что ошибка. Сейчас посмотрю. Ну, пожалуйста, нет. А, сейчас. Все нормально, все нормально. У тебя там пришло скорее всего. Сейчас. У меня тоже такое часто бывает. Что, зайди в инвентарь зайди. Я заглючил что-то. Сейчас. Инвентарь. У меня Steam залагал просто. Так. Вот, есть, все. Так. 2300. Что-то я походу переплатил за него. Не? Почему здесь 2300, там 2406? Ну, посмотри назад, верни. Да он 406, я помню. Он улетел. Да, 406. Вот 406. Да, вижу. А почему здесь? Ну, хотя я не первый раз уже это вижу. Тогда это выключаю. Ну, это квестмайн такой бывает, да. Не бывает, они просто, ну, как... Ну, типа, зарабатывают на там это. Там же написано комиссия, да. Так. Теперь, сейчас покажу, что я хочу вывести, так. И тогда давай передам. Только быстрее, а то у меня что-то уже тоже время заканчивается. Так, вот, например, я ставлю нож, я ставлю дигл, вот это. Это вот, например, вот это все. У меня 21. Значит, если посмотреть. Сейчас поставлю, например, вот 24. Он был за 24. Так, вот я хочу вот этот вот вывести. Он 23 сейчас стоит. Да, классный. Ну, то есть он стат-трек. Вот этот вот. Прямо за. Классный, да. Он вчера еще 24 стоил. А ты, то есть, получается, у тебя на другом аккаунте еще полно ножей, типа, да? Ну да. И ты с того аккаунта типа выводишь? С того редко я здесь все делаю. То есть я здесь имею... как бы коллекционирую вот эти всякие. У меня много аккаунтов, с которых я играю. Ясно. Так, 21. Ну, например, ладно, я посмотрю сейчас быстро,
Что можно за 21 вывести? Вот, я уже могу этот градиент вывести. Просто не статтрек. Ну, статтрек поинтереснее будет все-таки. Только я не знаю, должен быть подешевле этот штык-нож. А ты же говорил, керамбит хочешь. Так керамбит же я с другого аккаунта выведу просто. Я смотрю, что с этого могу вывести. Так. Ясно. Нету почему-то. В общем, я не знаю, должно хватать у меня на этот. Ну, даже на 1000 еще быть, сейчас посмотрю. Ну, ясно. Я просто здесь смотрю постоянно за одним ножом. Вот этот вот. Сейчас. Вот. Это этот. А это вот этот, который я хочу вывести. Вот он. Вот этот? Вот который. Угу. Он статтрек, он то есть... Блин, крутой, да. Статтрек, он стоит 19 сейчас. А тут я его почему-то не знаю, где он. Тут его нету. Ну, бывает такое, знаешь, что я тоже, я помню, я хотел вывести, короче, себе мраморный градиент, и... Ну, мне нравится этот скин просто. И вот, я хотел его вывести, но у него не было... Он был на площадке, но его не было, как бы... По крайней мере, в той же цене. Ну, как бы, смотри... Например, если даже вот это вот все продать в стиме на 21, то мне как раз хватит на этот. Ну просто если так подумать. 19. И тогда получается 2000 еще будет. Потому что... Ну как-то так. Ну да. Вот он 22 стоит. Да, я вижу, 27 там написано. Вон. Нет, он был то 22, то теперь 21, а сейчас вообще 19. Поэтому ну, он сейчас самый дешевый. Ну а ты ждешь вообще? Чего? Ну, видео с тобой, которое я снимал. В смысле? А, ну я тебе не вчера не сказал, что через неделю выйдет. Ну, в принципе, наверное, жду, но... Конечно, ну да, жду, а что? Ну посмотришь себя тогда, послушаешь свой голос. Ну, так. Окей. Я, конечно, голос свой часто слышу, но все равно. Ладно. Не, вообще, на самом деле, у тебя есть, насколько я понял, вещи, и ты можешь стать довольно-таки известным ютубером. Только да единственное, что-то у тебя реально лагает на этом, на прям сильно лагает на... Потому что вот я имею в виду тот, который видос там, где Steam. Ой, стрим. ПКС. Стрим? Ну, стрим ПКС, да. Стрим я знаю, что он лагает, у меня глючит, но не так сильно должно быть. Ну... Видео должны нормально работать, а вот ну, стрим да. Я не знаю, почему глючит. Не должен. Это значит тебе что-то. Такое. Так. Сейчас. Так, блин, вообще на самом деле вот мне интересно, реально, стоп, ты, то есть реально можешь так вот, ну, это круто на самом деле, то что есть такие люди. Ну я могу и бесплатно тебе отдать нож, мне вообще все равно. Ну, ты его уже не бесплатно я отдал. Могу сразу нож этот калаш отдать, хотя нет. Не надо. Не надо. Мне калаш не нужен еще. Нож не нужен, калаш нужен. Нож очень красивый, реально классный. Блин. Просто знаешь, представляю, как бы типа, как может тебя распиарить. Я такие, знаешь, типа будут спрашивать, ну если ты, конечно, все-таки честный человек, я буду такие спрашивать, типа откуда у тебя такой нож, и я такой, а это все Навасов. Да у меня постоянно меняется название канала. Да, пофиг, я же все равно помню, типа, ты у меня все равно, я на тебя уже подписан. Ну ты же не смотрел старые видео, которые там первые выходили, там название ну, канала. Ну нет, я смотрел видос про школьника, смотрел полностью почти стрим. Ну и что-то там еще смотрел. Смотрел видео, типа, на что готовы девушки ради керамбита? Нет, не смотрел. А что, есть такое? Я просто, там, может оно старое? Ну да, старая, но не очень старая. Ну я понял, короче. Ну, там, короче, ну там неприлично, в общем. Ну я. Тебе не надо смотреть, тебе нет 14. Так,
часа, ладно, господи, осталось-то всего лишь-то 4 часа. А, нет, стоп. 4 часа. 5 часов. 5 часов. И посмотрю. 5? Ну смотри, у меня сейчас типа 18. 18.02. 18.06 у меня. Ну а, смотри. А, ну у меня просто со временем тут на компьютере. Блин, нож, конечно, это круто. Ну чё? Да я думаю. Просто. Я вот всё дождаться не могу. Аж трясёт даже, можно так сказать. Почему? Ну не знаю. Радуюсь, наверное. С другой стороны, есть... Нет, у тебя, наверное, так страшно, то что в любой момент я сейчас могу отключиться и всё, тебя кинуть и всё. Нет, ну, с одной стороны и радость, да, с другой стороны и страх, потому что на самом деле все равно, как бы, скинов-то я тебе так отдал-то не так уж много, но ну, все-таки это все равно не 5 тысяч, но все равно будет обидно, то, что вроде бы так... А кому ты отдавал 5 тысяч? Кому отдавал 5 тысяч? Я не отдавал, я, короче, мне задули, типа... Типа, пацан, есть хороший сайт, я тебе сделаю накрутку, ты только введи туда этот код, там типа было $100, и вы должны ввести еще типа дополнительный свой реферал, и там я все вводил, и там почти на $100. Да на сайты не надо играть вообще, ни на каких сайтах, ни на всяких рулетках, ни на этих. Да я знаю, просто иногда, знаешь, типа, прибавить баланс, это иногда работает. Так что... Так, ладно. Ну, потому что я знаю разные фейковые эти рулетки, которые вообще... Ну, чё, слушай, я, конечно, извини, то, что... Ну, я, конечно, понимаю то, что, возможно, если ты всё-таки не надуваешь, то ты очень хорошее дело делаешь, но мне просто реально тороплюсь. Уже. Мне надо скоро будет ехать уже. Мне просто... Не, я ещё даже не собран просто. Я разделался уже. Ну как бы ты можешь съездить, я тебе потом могу передать. Как бы. Ну, все равно где-то просто... через час выйдет видео. Посмотришь себя. Лол. Через час. Почему нет? Я сейчас покажу демонстрацию. Так. Видишь? Не, просто мне хочется сейчас уже порадоваться и просто на эмоции. А, что? Так, все, это подарок. Да, да. Ох, господи, божечки всё. Мои. Все. Ты готов? Я готов. Ну, я не знаю. Это как-то было очень дешево, это было как-то очень. Ну, бывает и поинтереснее, там, я не знаю. На что ты готов ради ножа? А? А что ты предлагаешь, господи? Ну на что ты готов ради ножа? Я не знаю, я вроде бы считаю то, что ты вообще мне говорил, то, что типа только калаш отправь. Я считаю то, что вроде бы я тебе нормально все сделал, но не знаю, что еще. Ну что бы ты еще сделал, потому что нож так уж... Он не столько стоит, он стоит вообще дорого, если его продавать там на обскинсе там или где-то. Потому что у него флот. Хороший паттерн, хороший. Ну я понял, да, это круто, конечно. На что ты готов ради него, просто вот так? Я не знаю. У меня просто есть идея, но ты на нее не согласишься, так что ладно. Придется так отправлять. Ну, не знаю. Короче, могу сказать, что ты очень добрый чел. Пообещай то, что типа не отпишусь. Вообще от канала. Да, мне подписчики не надо, меня все равно смотрят и как-то. Кстати, а сколько у тебя просмотров на канале? Да я их скрываю, у меня там все скрыто. Через программу я типа скрыл подписчиков, я скрыл просмотры. И что-то еще там комментарии. Нет. Ну да. Не, я, короче, 2 года назад, ты хочешь, можешь сам посмотреть, я подписан на тебя, я тебе сейчас напишу, типа, комментарий какой-нибудь хороший. Сейчас вот, на Васов. Да зачем мне хороший комментарий, я могу... Нет, я это имею в виду, смотри, можешь, кстати, сейчас посмотреть, я тебе реально не вру, это мой канал, и, типа, у меня давно, 2 года назад, я писал, как бы, записывал ролики, и, ну, знаешь, чисто с другом мечта была стать ютуберами, и вот... Ну вот.
И, короче, я там, посмотри, у меня такой голос жесткий был. Ты не точно меня не узнаешь. Ну, скинь ссылку, посмотрю сейчас. А, господи, я же могу про так тебе скинуть. Сейчас, секунду. Не, ну просто вообще я сколько раздавал ножей, которые даже я не снимал видео. Не, ну слушай, Я это там такое круто. предлагал, это за нож там такое вообще. Не очень такое. Интересно. Ну это... А тебе я как-то очень мало дал заданий, так что как-то неинтересно даже смотреть будет видео. То, что ты передал калаш, ты передал М-ку, ты начал на меня зачем-то ругаться, потом все-таки подтвердил какие-то кейсы, которые вообще я просто так Кейс отправил. я подтвердил, потому что думал, что тебе еще типа что-то нужно. Да я просто так А отправил. ругаться, пойми, слушай, знаешь, когда тебя 3 раза уже обманули, это, знаешь, тяжело поверить. И к тому же была такая подозреваемая ситуация, ну, знаешь, подозрительная ситуация, то, что типа, ну, типа отправь еще, отправь еще, отправь Отправь еще, еще, типа. отправь все. Потом логин, пароль от аккаунта, давай все, давай перевязывай все на меня, все, да. Ну и вот Или что? я после этого начал, типа, ну, я думаю, ты бы тоже начал сомневаться. Так, блин, мне Я тут... вообще придумал, что я тебе еще одно задание, но ты на него не согласишься, так как ты уже выполнил много, но все же я не знаю. Я тебе могу и так отправить его. Прямо сейчас. Вот, Надь же, Но смотри. все-таки хочется тебе предложить еще одно задание. Сейчас посмотрю. Да я, вот это мой самый старый, вот этот старый канал, там, где я еще мелкий, посмотрим. Ты мелкий? Насколько мелкий? Ну, 2 года назад, по-моему. 2 года назад я снимал, и год назад только решил выложить. Майнкрафт. Понятно. Ну да, я об этом и Понятно. говорю. Майнкрафт. Гайды. Так, все видео, например, вот это. Я в матрице. Всем привет, дорогие друзья, с вами Позитив, и сегодня мы будем играть в Позитив. Супер Хот. Так, сейчас посмотрю. Голос чистый, вот чистый голос. Мне Да, о чем вот интересен. этот? Там несколько уровней, по-моему, сейчас был еще. Ух, ё-моё, это же страшно. Косой. Что страшно? Я такой смотрю, ух, как Бля, я это не мог понять. страшно! Это страшно, да, вообще страшно. Ты чё, Жопу. ты Это просто прям не такой знаешь, хоррор, это я вообще. это вообще обосрался. Привет, дорогие друзья, с вами Майнкрафт! Позитив, и сегодня я вам расскажу, и Без точно как модов! тестировать любой предмет на 30. А, проверить, нет ли никаких ошибок, потому что здесь все показывается. Так, теперь заходим, берем рыща, Все, мне. вставляем, и вот. Вставляем, смешно сказал. Чё ты? Смотрю, А, ну вот, улыбаюсь. стержень Ифрита. Смотрите, он у Да. нас Тогда это была хайповая тема. Ты на видишь, 1300 7500, просмотров за 37 два тысяч года. левел. И знаете, сколько был урон? Не знаю, Правильно, просмотры идет. 37 тысяч А, да, левелей. А 1000 теперь, просмотров. ребят, я вам покажу, как... Вообще, да, жесткий. Все, я знаменитый ютубер. Вообще знаменитый. Так, Ну ладно. слушай, ну чё, может уже отправишь? Это вообще не могу, трясёт и сейчас сдохну вообще. Трясет? Ага. Точно? Потому что я решил все-таки дать тебе задание, но тебе решать, выполнять тебе его или нет. Ну если я не выполню, а что ты хочешь-то такого? Кстати, ты видел? Ты же видишь мой экран? А, что Видишь там? внизу иконку? Что это? Я записываю. Класс. Ну, так я тебе дам сейчас задание такое, что вообще. Задание. Я бы очень хотел. Очень бы хотел вот эту вот фигню, короче. Ну, Видишь? чел. Ха-ха-ха. Ну, я тебе и так почти помог с калашом. Ну, не почти помог, ты мне вообще помог хорошо. Ну, чел, ну реально, сорян, ну я же тебе помог с калашом. Ну Если хочешь, да. может... Да. Но это тебе решать, выполнять тебе его или нет. Потому что. Да я бы выполнил, если бы у меня сейчас были все вот эти... Ну, я понимаешь, просто я не могу, у меня нету сейчас, как бы, Ну как бы ничего что этого. ты сам сравнил 30 рублей и 22к. То так же, смотри, 300
22к. Это как ты это сравнишь? Ну просто как бы ты говорил то, что сначала ты говорил то, что я должен калаш тебе дать, потом ты говорил, что я тебе должен еще что-то отдать, что ты еще отдать, я же тебе все отдал. Ну я же не только раздаю наши, но я же еще проверяю реакцию. Ну реакция будет, если ты отправишь. У тебя уже сейчас реакция, у тебя реакция, ты такой, как так, еще что-то, там голос даже изменился. Потому что немного же все-таки все равно таких людей, как ты, если ты, конечно, ну если ты, конечно, отдашь. Отдам. Ой, что-то мне прислал. Я что-то залагало. А, это этот, типа, Game Farm или что-то такое, да? Я что-то залагало. 390 рублей на ух, я б сделал это, но у меня нету их просто на Киви. Блин, меня залагало что-то. Блин. Короче, у меня скайп залагал, я не знаю, что делать. Ты меня слышишь? Алло? Да, я тебя слышу, я тебя замечательно слышу. Я залагал, короче, это. Ладно, неважно. Так. Это, наверное, будет последнее, но я тебе. Если ты хочешь, ты можешь это выполнить. А если не хочешь, я тебя прямо сейчас могу отправить и все. И тогда закончим. Ну как я ты хочешь? Я тебе говорю, я просто не могу выполнить, у меня нету сейчас. Я бы выполнил, но у меня нету. У меня и сейчас нету, и в ближайший месяц, наверное, не будет. Ну, тогда я не знаю. Но ты же сказал то, что ты сейчас отправишь, алё, чел. Ну я готов отправить, но ты меня как-то обижаешь. Ну, в смысле, что я тебя обижаю-то? Ты меня обижаешь. Я тебе предложил задание, ты от него пытаешься отказаться. Ну это же некрасиво. Вот хорошая игра, дешевая, нормальная. Ну не могу я. Ну тебе же не сложно. Да в смысле, я же говорю, не могу просто, не могу. Вот поэтому это задание на сложность. Ну как назвать? Такое невыполнимое задание. Оно не сложное, можно его выполнить, но я просто сейчас не могу. Я просто не могу, я тебе говорю. Ну нож за 22к ждет тебя. Я уже готов к обмену. Да ты же и так говорил то, что ты дашь. Теперь готов. Теперь нет. Я готов. Теперь опять готов. Хорош на нервах играть, сейчас так и забудь. На нервах играть. Ну почему ты не можешь? Ну пожалуйста. Так. Хорошо, давай просто напиши мне как-нибудь, и у меня будет скин какой-нибудь. Я типа. Так как я его продам? У меня кроме скинсела ничего нет. Ну так на скинселе ты продашь и купишь ее. Ну хорошо, давай, короче. Просто да. Ну ты же едешь в магазин. Так в смысле? Ну так, в магазине же не просто так ходят там, да. Не знаю, сейчас лично чисто просто посмотреть. В магазине же просто там ходят, покупают что-то. Ну так не я же. Ну и ты что-нибудь купишь. У меня даже паспорта нет. Или кинешь кому-нибудь чего-нибудь. Куда-нибудь. Чтобы человек стал немного счастливее. Чтоб он дальше мог помогать почему людям, ты, как ты. Почему ты решил калаш вывести? Почему ты, подожди, ну смотри. Почему ты решил вместо калаша, вот у тебя был такой шанс купить, короче, мафию третью. И чё ты, почему ты не продал скины, короче, мои, и это. У тебя же был что-то шанс, типа. Ну вообще калаш важнее. Я собираюсь там кое-что сделать, неважно что. Ну хорошо. В общем, ну вообще мне очень хотелось бы мафию очень сильно. Ну сорян, я не могу, я же говорю. Ну ты же едешь в магазин, это такой шанс. Алло. Ну можешь попробовать. Так уже нечестно. Ну можешь ты попробуешь. Я попробую, только это давай. Попробуй. Сегодня попробуешь? Попробуй, только подтверди. Ну я готов. А ты? Хорошо, я попробую. Попрошу. Я куплю, только ее надо купить в подарок будет. Как это действует? Прикол в том, то что здесь заходим в магазин, смотрим, и там. Эта игра, Мафия 3, стоит очень дорого, а здесь она стоит дешево. Сейчас Мафия 3 введу. Мафия 3. Хорошо, я попробую, только ты вот, она здесь стоит 1999, ну, считай 2К. Ладно. Окей, я попробую. А здесь она стоит всего 395. Хорошо, я не могу это сейчас делать, давай попозже. Хорошо, но ты же сейчас уедешь все равно. Я сейчас уеду, хорошо, да.
Ну то есть ты согласен подарить, да? Я согласен подарить. Ладно. Я подожду, пока ты подаришь, а потом отправлю, хорошо? Слышь, алло. Ну я же это снимаю, ну почему ты не можешь? Ну пожалуйста. Ну ты же снимаешь, тем более я же не хочу, чтобы знали. Ты, тем более ты мой канал видишь, тем более ты видел. Да, я его прорекламирую в описании еще. Или не надо, пожалуйста, это фу. Федор позитив. Тебя Федор зовут? Ну, здесь тяжело, наверное, догадаться, да? Понятно, ну, ладно. Давай, короче, это... Подтверди, я сделаю это. Ну я не хочу. Ну давай, ладно, попозже давай. Давай сейчас. Так же я могу сказать, давай сейчас. Ну я не могу просто сейчас. Ну почему? Ну я тоже не могу сейчас. Тут, ну, я и так хочу эту игру. Очень весело, очень интересно. Ну я бы с радостью отдал, но только не могу сейчас именно. Сейчас. Ну почему? Ну пожалуйста. Тебе же не сложно. А, ладно. Так, окей. В общем, он дарит нам игру, а мы ему кидаем нож. Так, как вы досмотрели до этого момента, в общем, я ему кину нож и... Да, я ему предложу обмен на нож. В всяком случае. Нож мне этот не нужен, я его отдам. Вместо него я выведу керамбит легенды прямо с завода. Но об этом попозже, потому что видеоролик, ну, сейчас не к концу подходит, но уже, наверное, будет к концу подходить. Ну, вам, наверное, было интересно. Ну, мы сейчас закончим, вы досмотрите, вам будет интересно. Надеюсь. Алло. Да, алло. Да, слушай, это, короче, смотри, у меня такая тема, такое приложение. Я смогу, короче, договориться, и я тебе смогу купить эту долбаную игру. Только не задавай чуть попозже, только, пожалуйста, отправь мне, это очень интересно. Ты, тем более, ты все равно меня снял, ты сможешь мне написать. Я не забуду и не собираюсь кидать. Пока что. Пока что. Ну вот пока что, я и говорю об этом. Ладно, давай я договорюсь тогда. Я отправлю тебе нож потом. В смысле потом? Ну и кое-что поедем. Это так интересно, давать задания невыполнимые. Когда у человека там это, сразу он там волнуется, боится. Интересно ведь, да? Ну, интересно, конечно, но с другой стороны, я... Ну почему ты не можешь подарить? Ну пожалуйста. Так в смысле, ты должен подтвердить, а не я. Я не могу нажать эту кнопку. Потому что я хочу это. Ну хорошо, я тебе обещаю. Я обещаешь? Да. Я тебе я тоже тебе... обещаю. Давай, ты мне подаришь игру, я тебе подтвержду. Ну, чтоб я точно обещал, надо отправить. Нет, это мне сложно очень. Я могу, но мне как-то очень... А слушай, ты мне сон заснял, тебе... Га. А. Ну, это же интересно. Я выложу тебя через час, кстати. Да, хорошо, посмотришь. Выкладывай куда хочешь, только отправь. Нет, не отправлю я тебе. А на чем выкладывать? Реакции-то не будет никакой. Ну, вот у тебя сейчас уже реакция. У меня сейчас реакция, ты просто... И представляешь, какая другая реакция может быть. Поэтому я лучше подожду. Вы готовы к обмену? Нет. Ну, в смысле? Все. Это конец. Я выключаю. Не надо. Подаришь мне? Ну, пожалуйста. Я обещаю, подарю. Ну, давай тогда, давай встретимся, там, через сколько ты вернешься. И прямо в скайпе тогда разберемся. Ты... Давай так, смотри. Ты себе куда-то закинешь. И тогда в одном. Как сказать, не в одном обмене, блин. В скайпе поговорим тогда. Потом. Ты тоже мне можешь кидануть. Ну подожди, мы поговорим в скайпе. Ты себе закинешь куда-нибудь, я не знаю, на Киеве или куда. И как раз, когда вернёшься... Ты же можешь... Подожди. Ты же говоришь, что тебе этот калаш не нужен. Сейчас ты говоришь, что этот калаш тебе нужен. Ты же можешь его продать и купить себе хоть 100 таких игр. Могу. Ну? Но как бы... Это задание. Это задание.
И выполнить его должен ты, а не я. Уже 4 задания выполнил, алё. Ну кто-то выполнял 5. Ну ладно. Нет, 4. Ну, по-моему. Ну ты 4, и там человек один 5 выполнил. И очень сложные. Он мне покупал, короче. Я забыл, что он мне покупал. Он мне покупал. Что ты ему подарил? И что ты ему подарил? Этот, как его? У меня был градиент. Просто штык-нож. Градиент. Прямо с завода. Ой. Я это, кстати, еще не выложил. Вот тебя я через полчаса выложу, да. Вот я так хочу. 55 минут прошло не зря. Но зато у меня калаш. Ну да, у меня ничего. Понимаешь? Поэтому мотивация. Закинуть на киви и поговорить дальше. В смысле мотивация? Как это интересно. Ты вообще договаривай, мы вообще договаривались, то, что ты за его раньше отдашь, что, типа то, что за калаш, за один только калаш, а я тебе много чего отправил. Ты мне отправил калаш, ну, Дигл, АВП, безлюдный космос, Глок и еще один Дигл. И много и кейсов. АВП. Ну, АВП я сказал. А, да, я не расслышал. И много вот, кейсов. А ты мне говорил только за калаш. То есть, типа, отдашь калаш, я тебе отправлю нож, он прям твой. Ну ты же до этого, когда отправлял калаш, там, АВП и Дигл, ты же не знал то, что я ютубер. Ну и что, какая разница, что но это теперь ютубер, ты знаешь. Ну теперь ты знаешь. Ну и что? Это меняет? Меняет. Так что? Ну так, ладно. Смотри, давай как сделаем. Значит, смотри, ты берешь, идешь, кидаешь. Мы потом перезваниваем и в скайпе. И я тебе передаю. Хорошо? Ну смотри, а если не передашь, я потрачу больше, чем полгода. Ну я же снимаю. Ну и что? Это же увидят все. Ты думаешь, что что-то, если ты сниваешь, это значит, что ты можешь не обманывать? Я тебе не обманываю. Ну ладно, хорошо, давай, короче. Ну я просто очень хочу. Это же Мафия 3. Ты обещал за только калаш. Ну я могу после Мафии еще что-нибудь попросить, если хочешь. Ну ты же хоть. Ну все-таки 22 тысячи. Ну ты сам говорил. Понимаешь, если бы ты не сказал. Ты же мне. Ты зачем мне сказал то, что все-таки 30 рублей и 22к? И у меня появилась идея, почему бы не дать тебе новое задание? Ну, замечательно, ты дашь мне 300 вот эти вот мафию, эту долбаную. Это не долбаная, это хорошая игра. Я ее куплю, хорошо, товар наличие, вон я вижу. Игра для ПК, Стив, хорошо, замечательно. Да, то есть смотри, да. То есть ты себе закидываешь. А смысл, подожди, а можно вопрос? А смысл тебе выкладывать видео со мной, если ты это... Если ты не подарил нож? Ну это же интересно. Ну в смысле, что тут интересно? Это интересно, это когда люди получают нож. Ну так это во многих частях будет. И ты же уже у меня в 3 частях. Ёшкин кот. Будешь. Сейчас только вторая часть. А, господи. Ну типа про тебя сериал сниму. Дом 2, да? То в стиме меня оскорблял, сейчас не оскорбляешь. Теперь выполняешь мои задания. Интересно. Да потому что я поверил, а ты, оказывается, что меня хочешь это. Еще. Я же тебя не обманываю. Я честно. Ну, вот я готов, это... все. Я тебе готов отправить. Вот, нажимаю кнопку, все, отправляю. Предложите мне. Отправь, я тебе отправлю. Мне, слушай, если ты не подаришь 16 тысяч, сколько он там стоит? И мне 395, это будет вообще не жалко. Давай. Если тебе не жалко, давай. Так, ты сначала отправь. Нет, ты должен себе закинуть, потом показать мне демку, то, что у тебя это есть на балансе, и потом ты нажимаешь купить, потом ты вводишь всякие эти, я тебе отправляю нож, ты мне отправляешь код активации. Так. Так же интереснее? Короче, ладно, давай. Уже уходишь? Да. Ну, я думал, поговорим еще. Так, я тут впервые. Нет, не впервые, я не знаю. Блин, я не знаю. Перезвоню через часа 3-4. Ладно, поговорим тогда. Я тебе точно его передам. Да, я тебе точно его передам.
вы поняли, короче, ребят. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Новасов. Извиняюсь, что я без веб-камеры. Извиняюсь, что вначале был какой-то звук, потому что я наушники неправильно настроил. Но это не важно, так как я получил калаш. Я... Нет. Ладно, не важно. Так, Мафия 3. У меня будет где-то через несколько часов. Мафия 3 уже. Но прикол-то в другом. Ребят, так как мы заканчиваем сейчас видеоролик... Да, мы заканчиваем видеоролик, потому что уже долго он идет. Мы, в общем, кратко расскажу, что здесь сейчас произошло и почему я снял этот видеоролик. Почему я не передал ему нож. Вы сейчас в комментарии будете писать: «А-а-а, он не передал ему нож! Все, это все, дизлайк, отписка, все». Нет, ребят, я реально ему передам нож, так как третья часть будет. Первая монтируется, вторая выйдет сейчас, а третья выйдет через часа три. Где-то примерно. В чем прикол? В чем вообще я, что вообще здесь представляю? И будут ли такие еще всякие разные, как они, раздачи, или как их назвать даже? В общем, человеку я даю задание, например, передать там дорогой его скин, например, тот же, ну, например, калаш, например, дорогой. Он это выполняет, я ему даю новое задание, типа, и он думает, что я кидала там, он начинает ругаться, в общем, мы ругаемся, переходим в скайп, там говорим в скайпе, в общем, все понятно. Но в итоге я ему передаю нож. После нескольких таких вот интересных заданий я ему все-таки передаю нож. Да. Так что ждите, ожидайте, и мы передадим ему нож. Сейчас я это снимал для того, чтобы вообще показать вам, что... Действительно, я передаю ножи, и эта часть была никаким не обманом, никаким этим. Эта часть просто раздачи ножей. Я не знаю, как это объяснить сейчас, потому что я давно это не снимал, такие подобные видеоролики, но я все-таки сейчас заново их начал снимать, и пока что мы закончим на этом, потому что вряд ли кто до этого момента досмотрит. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.